Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости нашего канала. Сегодня я готовлю на обед скумбрию, фаршированную черносливом. Для этого я буду использовать лук. У меня тут 5 луковок, вот таких, вот такого они размерчика, маленькие. Поэтому 5 штучек взяла. Сыр, совсем немножко у меня натертый, вот чернослив. 2 ложечки майонеза, можно заменить сметанкой. Приправка для рыбы и соль, больше ничего. Ну, сама скумбрия. Скумбрия должна быть очищена от косточек. Вот, только филешка, ну, со шкуркой. Формочку я, это все я буду готовить в духовке. Формочку я смазала маслом растительным. И сейчас я буду сюда класть луковую подушечку. Сейчас я это подсаливаю и забыла показать свой любимый ингредиент — черный перец молотый. Я не посыпаю лук и приступаю к рыбке. Что я буду с ней делать? Я вот уже здесь начала. Беру рыбку, вот эту филешку. Делю ее напополам. Так, теперь сразу же кладу ее на мешочек и отбиваю молоточком. Так, совсем слегка. Это чтобы мне лучше сворачивать рулетики. Вот таким образом. Беру, значит, вот эту вот четвертинку от одной рыбки, присаливаю. Посыпаю приправкой для рыбы. Ух, тут и специи. Теперь кладу сюда черносливку и заворачиваю рулетиком. Тут у меня готовлена зубочистка. И вот так вот ставлю их на луковую подушку, эти рулетики. Беру следующую. Рыбок у меня получилось 8 рулетиков. Не переживайте, что они такие у вас получились, какие получатся. Это надо с подмороженной рыбки готовить, тогда полегче будет сворачивать все. Кладу сюда майонезик
просто так смазываю, чтобы у меня этот сыр прилип получше. Что-то я не присолила, наверное, еще немножко присолить надо. Капельку прям совсем. И поперчить. И теперь сыр. И в духовку ставим. Угу. Ставлю в духовку. Смотрите по своей духовке. На 40-50 минут. У меня на 150 градусов. Прошло 40 минут. Я достаю рыбку. Угу. На гарнир я приготовила рис. Сейчас. Рис у меня без ничего абсолютно. Не жирный. Просто рассыпчатый. Остается последний штрих. Украсим наше блюдо веточками укропа. И вуаля! Обед готов, вкуснячий из скумбрии. Очередное видео из скумбрии сделано. Всем пока, всем хорошего и хорошего дня. И всего-всего наилучшего. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить нам лайки, пишите комментарии. И до новых видео! Так, сейчас попробуем. Неплохо. Рыбу пока не пробовал. Условия. Мой муж сказал неплохо, а я говорю, это божественное блюдо, неимоверная вкуснятина. Советую вам обязательно приготовить, не пожалеете.